Приветики, привет. Меня слышно, видно, дайте знать, я у себя не совсем дома, поэтому сейчас тут вот приветики. Я рада всех слышать. Одну секундочку. Хочу камеру протереть, а тут уже запись пошла. Так, ну что, вижу, меня видно, меня слышно. Очень рада сегодня с вами быть. И я очень надеюсь, что подтянутся те, кто опаздывает. Очень надеюсь, потому что сегодня будем говорить о очень важной теме. Меня хорошо слышно, громкость хорошо, девочки, потому что я не со своего компьютера. Я сейчас дома у Анны Евгеньевны, мне немножко непривычно, но просто дайте знать, что все хорошо. Так, значит, хорошо, спасибо. Сегодня у нас очень важная и очень интересная тема, особенно для тех людей, которые только присоединились к нашему бизнесу, только присоединились к проекту. Сегодня мы будем говорить о фактах гордости компании Oriflame, как вообще в целом о огромной глыбе, огромной компании, так и фактах гордости именно на территории Беларуси. Поэтому, если еще... скажем так, не все люди, которых вы хотели бы видеть в этой вебинарной комнате, у вас есть пару минуточек, пока я буду ля-ля, там, представляться, что-то такое вам говорить, у вас есть еще время набрать этих людей, потому что на самом деле тема очень важная, очень важная. Я вот могу сразу сказать, что можно недосконально знать маркетинг-план, можно вообще не очень хорошо разбираться в продукции, в товарах, в каких-то вот тонкостях, скажем так, в продажах, но я могу вам сказать сразу, если вы знаете, какие ценности у компании, если вы знаете, что такое, скажем так, на чем стоит наша компания, чем мы можем гордиться, если вы будете знать эти факты, вы всегда сможете разговаривать с людьми, которыми либо приглашаете в бизнес, либо вы им показываете какой-то продукт, потому что у вас всегда будет диалог. Поскольку бизнес такой очень интересный, и он еще пока только развивается, наш сетевой бизнес, особенно на территории Беларуси, мы еще только-только вообще на самые зачатки развития, мы будем сталкиваться с большим количеством людей, которые еще не понимают. Не понимают смысл бизнеса, не понимают и не знают всю значимость компании, не понимают ее глубину, не понимают и не знают каких-то фундаментальных таких вещей, которые наша задача рассказать и донести. И когда мы это все будем нести людям, нам обязательно будут в ответ какая-то информация идти. Люди будут возражать, будут спрашивать, будут всегда что-то вам в ответ говорить. И зная о каких-то фундаментальных вещах, вы всегда сможете вести диалог, вы всегда сможете развеять какие-то мифы, вы всегда сможете фактами разрушить какие-то сомнения, какие-то даже бывают совершенно нелепые, мифы, да, какие-то там условности, ограничения у людей по поводу вообще сетевого бизнеса, по поводу компании Oriflame в целом, какой-то, репутации, которая сложилась на сегодняшний день, да, поэтому знать факты гордости – это уже 50% успеха. Зная какие-то ключевые моменты компании, на которой она стоит, все, можно двигать этот бизнес, не вдаваясь в какие-то тонкости. Я думаю, что вы со мной согласны, поэтому поехали тогда дальше, начнем вообще говорить о том, ради чего, собственно, мы сюда сегодня и собрались. Так, секундочку, все, поехали. Значит, 15 лет на территории Беларуси мы уже официально, мы это значит я часть компании Oriflame, то есть на территории Беларуси компания Oriflame уже 15 лет работает официально и дарит красоту, дарит миру успех. И вы знаете, вообще если говорить о Oriflame глобально, то не только о Беларуси. На сегодняшний день Oriflame занимает 10-е место в мире по продаже товарооборота среди косметических компаний. 10-е место в мире. И вы знаете, это очень важно, потому что еще буквально, скажем, лет 5 назад, 10 лет назад, это были 20-е места,
А точно 20 лет назад эта Oriflame находилась где-то на 40-м месте. Я сейчас говорю приблизительно. Я про то, что за последние 15-20 лет компания вошла в десятку лучших компаний мира косметических, которые на сегодняшний день есть сетевых в мире, во всем мире. А в странах СНГ Oriflame занимает первое место. Мы первое место на территории Беларуси и занимаем, и берем бренд года уже более, я не знаю, сколько, 10 лет. И во всех странах СНГ Oriflame компания номер один. Второе место она занимает в странах Центральной Европы. И третье место в Китае. В Китае вообще Oriflame совершила такой за последние годы бум, взрыв, да, с компанией, которые вообще не так очень хорошо знакомы были китайцы, вот за последние несколько лет просто, скажем так, ворвалась на этот рынок и сейчас просто бомбит колоссальными темпами, огромными товарооборотами. Это, в частности, касается и линейки Wellness. Вот, но нужно понимать, даже по этому случаю компания для восточных, ну, скажем, для Китая сделал свой маркетинг-план, у них свои товарообороты, свои баллы, у них все свое, насколько там все разнится именно с нами. Но третье место в мире. Поэтому мы в десятке, мы этим должны гордиться и должны говорить об этом людям, которые говорят, я не пользуюсь Oriflame. А можно говорить, да, странно, значит, ты уже в меньшинстве, да, ну, как бы так, если будем, как сказать, немножко людей. Я про то, что это нужно знать, и об этом нужно говорить. И иногда человеку просто нужно немножко, знаете, как это, немножко добавить пафоса для того, чтобы он начал слушать. Ну, это так, это наша психология. Поехали дальше. Значит, более 1000 наименований продуктов в каждом каталоге. То есть компания вкладывает огромное количество средств и ресурсов для того, чтобы наш каталог был разнообразный, для того, чтобы огромное количество ассортимента менялось, чтобы нам не надоедало. Поэтому более 1000 наименований для абсолютно кардинально разных критерий, разных возрастов, разных направлений, разных людей. До 30 новинок каждые 3 недели. 30 новинок каждые 3 недели, то есть, грубо говоря, 10 новинок в неделю, ну, если можно так сказать, компания производит для того, чтобы нам всегда было интересно. И вот вообще, я очень давно пользуюсь Oriflame, очень давно, ну, не знаю, больше 10 лет, но каждый каталог на протяжении 10 лет мне всегда очень интересно, что там новенькое, что там. И вот это именно благодаря тому, что компания вкладывает колоссальные средства в новейшие разработки и то, чтобы идти в ногу со временем и выпускать новинки, которые будут всегда актуальны. У компании собственные разработки и научная экспертиза. Об этом я чуть-чуть подробнее расскажу дальше. Значит, на сегодняшний день за год компания продала 264 миллиона пакетиков Wellness Pack. Девочки, это было продано с момента запуска. Это почти один пакетик в секунду. Это не за год, я неправильно говорю. 264 миллиона пакетиков Wellness было продано. То есть вообще линейка Wellness это совершенно отдельное направление. Ну, скажем так, это вообще тема отдельного вебинара, но обязательно должна сказать, что на сегодняшний день Wellness это одна из самых развивающихся и перспективных направлений развития на сегодняшний день вообще во всем мире. То есть линейка направлений wellness, здорового питания, поддержания своего здоровья, поддержания здоровья своей семьи – это самое перспективное направление на сегодняшний день. И Oriflame идет в ногу со временем, потому что линейка wellness разработана, во-первых, не как, ну, скажем так, первый продукт, который вышел, это было коктейль. И это разработки шведского кардиохирурга Стига Стена. И 219 миллионов порций коктейля продано Natural Balance клубничного, да, с момента запуска. И вот это продукт, который создавался изначально как некоммерческий продукт. Этот продукт создавался одним из самых уважаемых кардиохирургов мира, человеком, который входит в пятерку мира кардиохирургов, который занимается пересадкой
сердца и легких людям старше 75 лет. Только 5 человек в мире делает эти операции. И Стик Стэн, который работает вместе с компанией Reflame, один из этих 5. И линейка Wellness – это его собственные разработки, это его собственные научные исследования, это его патенты. И это все является частью Reflame. Стик Стэн работает и, скажем так, продвигает свои продукты только через Reflame. И это наша гордость. Мы должны об этом говорить людям, потому что, скажем так, аптека перенасыщена. То есть рынок сегодня, огромное количество коктейлей, огромное количество витаминов. Уже любая уважающая себя сетевая компания выпускает какие-нибудь БАДы. Ну, это просто тренд, и нельзя отставать. Но мы отличаемся, во-первых, у нас, у нашего создателя есть имя, имя, которое известно во всем мире. Во-вторых, наш создатель нашей линейки является практикующим кардиохирургом, человеком, который занимается обучением хирургов всего мира. И свой собственный институт по изучению производству линейки Wellness. Это тоже все нужно знать и рассказывать. Поэтому, и кстати, на сегодняшний день самый продаваемый способ продвижения товара, самый эффективный способ продвижения товара – это рекомендация. И вот именно линейку Wellness на сегодняшний день проще и эффективнее всего продвигать через рекомендацию. Если человек через личные истории, через истории выздоровления, через истории похудения, через истории отличного самочувствия, через хорошее и прекрасное здоровье наших детей, которые на протяжении нескольких лет, все с ним хорошо, через истории сегодня максимально продвигается линейка Wellness и будет продолжать продвигаться. Поэтому это тоже наша гордость, и мы движемся дальше. Слайд у меня чуть-чуть отгружается. Это второе направление, вторая наша основная такая, это глыба, на чем стоит Reflame. Это наша линейка Novage. Это уход за кожей лица. И на сегодняшний день продано уже более 100 тысяч наборов Novage на сумму 5 миллионов евро. И вот эти цифры, которые я сказала, это цифры за последний, за 2019 год. 100 тысяч наборов, мне даже трудно представить. Но опять же, мы только что говорили о линейке Wellness, которая является нашей гордостью. Нельзя просто молчать об этом. Сейчас мы говорим о втором направлении, о нашей второй гордости. Это профессор Ален Мавон. Это человек, магистр докторантуры. Почему мы можем гордиться этим человеком в рамках Reflame? Во-первых, Reflame единственная сетевая компания в мире, больше нет таких, на которую работает профессионал такого высокого уровня, такого высокого звания, магистр докторантуры. То есть это человек, который о коже знает все. У него огромное количество работ исследовательских, научных. Это человек, который создал и запатентовал стволовую клетку растений для сохранения молодости кожи. И по сей день это человек, который является основателем открытия использования стволовой клетки в кремах для того, чтобы сохранить молодость. И на сегодняшний день любая косметическая компания, включая Белит и Витекс, кстати говоря, использует стволовые клетки растений для того, чтобы в своих кремах, да, для большей эффективности. Более того, у компании Reflame свой собственный институт исследования кожи. Это вообще, то есть не одна, это вторая гордость, да, относительно вот линейки и ухода за кожей, вторая гордость. Это единственная сетевая компания, у которой есть собственный институт исследования кожи. Он находится в Дублине, в Ирландии. Больше нету институтов исследования кожи. Есть еще один где-то, по-моему, в Сингапуре. И это институт, который занимается кожными заболеваниями. То есть уже какие-то проблемы со здоровьем у кожи, да, с кожными вопросами. Но в плане красоты, эстетики, сохранения молодости, Reflame – единственная сетевая компания, которая имеет свой собственный институт исследования кожи. И центр исследования и разработок
который тоже находится под руководством Алена Маво, она находится в Стокгольме. То есть два таких серьезных института, которые занимаются кожей, это тоже наша гордость. Вон, Татьяна, спасибо, можно на него подписаться в Инстаграм. Этой осенью я имела честь и возможность познакомиться с ним лично, ну, познакомиться, скажем так, поприсутствовать на его презентации, показать, как все происходит, как, ну, скажем так, это мини-вариант, конечно, мы в самом институте не были, мы были только в его кабинете в центре, центральный офис Oriflame, у него там есть свой отдел, где он тоже продолжает свои работы. И человек, во-первых, я не знаю, сколько ему лет, но выглядит он шикарно, потрясающе. Он показывал нам колбочки, он показывал, как происходит, как из растений вытягиваются экстракты, как эти экстракты соединяются, сколько нужно тысяч опытов провести для того, чтобы найти какую-то формулу соединения только двух ингредиентов. И потом это все дальше разрабатывается, соединяется. Вместе с Аленом Мавоном работают очень серьезные, скажем так, помощники, более 120 ученых. Написано более 23 научных печатных работ. Кстати, его работы можно находить в интернете, читать, об этом тоже можно с гордостью говорить. То есть человек известный в своем кругу, в своем мире, да, косметическом и дерматологическом, человек, который по сей день в мир несет новейшие разработки. Дальше, среди сотрудников, которые с ним работают, профессора не знаю, но точно научные работники по фармакологии, нутрицептике, экологии, токсикологии, биотехнологии, то есть высочайшие технологии используются на сегодняшний день для того, чтобы разработать какую-то новую формулу. И наша линейка Novage это кладезь научных разработок и максимального доступа простому человеку. Потому что, скажем так, ценообразование, если мы будем говорить о ценности этого продукта и цены, то он настолько доступен, потому что, скажем, цена всего набора линейки Novage равна практически цене одного крема Dior. Хотя, вот по поводу крема Dior, я на днях вот я готовилась к презентации, я узнала, что, может быть, вы помните, те, кто уже давно в компании Oriflame, они, может, помнят, такая была линейка для кожи SkinDividual, может быть, помните, очень классная линейка, я на нее попала, она не так долго пробыла в каталогах, ну, может быть, год, да, это была очень такая классная линейка по уходу за кожей, но она вот побыла, исчезла. И я вот буквально на днях узнала, что формулу этих кремов Ален Мавон, создатель и владелец этой формулы, продал Dior. То есть на сегодняшний день какой-то из кремов Dior использует формулу, которую разработал наш Сикстен, то есть профессор, который работает на компанию Oriflame. Вот это вообще гордость, я об этом не знала, и это очень ценно. Более того, тоже Ален Мавон, он взял, сейчас я вспомню, как это вот называется, сейчас я даже посмотрю, потому что я забываю все время, взял такую премию, как линейка Novage является лучшей разработкой косметической в мире. Линейка Novage и Ален Мавон является основателем лучшей разработки в косметологии в мире. И он взял вот эту вот награду, эту премию. Вот, поэтому, да, Татьяна, вот, наше, то, что мы уже попользовали, то, что мы уже давно отложили и забыли, эту формулу продали, на сегодняшний день Dior она стоит за 80 там, евро, я не знаю, да, нашу старинку. Вот, поэтому вот так. Что еще ценно, быстро пробегусь, это то, что, вылетело из головы. То, что линейка Novage, это не просто как бы научные разработки, патенты и так далее. Для того, то, что пишется в каталоге, например, серия или линейка Экологен на 48% помогает выталкивать морщины из нашей кожи. Вот эти цифры, 48. На 70% серия
эффективнее, чем отдельные средства. Вот эти все проценты взяты не из головы, а проведены клинические испытания. Что такое клинические испытания? Я вот просто в двух словах, так вот прям как на пальцах своим языком, как детям в саду. Значит, просто чтобы вы понимали, есть потребительские тестирования, когда приходят добровольцы, им платят деньги, они на себя наносят и говорят, о, кому-то супер, кому-то ай никак, да? Вот эти все данные заносятся, и там из 100 человек, столько человек сказали супер, а столько-то человек сказали никак, ну и потом вот такие данные. Это называется потребительские. А что такое клинические данные? Выходит, допустим, линейка NovAge, собирается консилиум независимых ученых, ну там их условно, там, ну не знаю, 5-7 человек. Создается специальный документ, который заносится, во-первых, каждый человек из этой коллегии ученых, независимых, никакие отношения к Орифлейм не имеют. Заносятся в эти документы все аппараты, которые будут исследовать кожу до использования крема, во время использования крема, после использования крема. Это совершенно там разные. Есть аппарат, который упругость кожи выявляет, аппараты, которые увлажненность выявляют, аппараты, которые специально там какие-то вот, они как похожи на микроскопы, то есть этих аппаратов несколько. Это все заносится. Дальше в эту документацию заносятся все линейки, все формулы. Дальше заносятся все добровольцы, которые будут принимать в этом участие. И потом проводятся вот эти опыты, и каждая мелочь фиксируется документально. Каждая мелочь. Какие формулы, как, что происходит с кожей перед, вот добровольцы собрались, и там вот такая стопка документов, какая кожа у определенного количества добровольцев. Во время опять заполняются данные, опять все аппараты проходят каждого человека, фиксируются все данные, цифры. Заносится еще один пакет документов, выходит. Проходит какое-то время, опять же добровольцы приходят, они опять проходят по всем этим аппаратам, все это под наблюдением независимых ученых. Все эти данные заносятся, цифры. То есть здесь уже нету «мне нравится», «мне не нравится», «мне хорошо», «мне стянуло», «растянуло» и так далее. Просто сухой цифры, которые выдают аппараты. И по итогу вот этих клинических испытаний вот такой вот талмуд документов выходит, который обрабатывается, результаты которого выходят потом уже в виде каких-то заключений. И вот эти вот клинические испытания, которые долго проходят, да, это долгий процесс, просто цифры, это здесь уже нету никакого нравится, не нравится, исходя из данных различных аппаратов, различных тестирований, выходят клинические результаты. Вот я же так рассказывала, что у меня даже дыхание захватило. Так, то есть это вот наши факты гордости. Поехали дальше, потому что мне есть что говорить. Но знаете, когда есть чем поделиться, трудно остановиться. Поехали дальше. За 15 лет мы продали 500 000 000 флаконов парфюмерии. 500 000 000 флаконов. Я хочу сказать, что эти цифры... Один из самых уважаемых на сегодняшний день парфюмерных домов Шанель продала меньше. Меньше. То есть наш парфюм продается больше, чем даже Шанель. Да? Это действительно гордость. Это работа нас, это работа обычных людей. Так, поехали дальше. Кстати говоря, если мы будем говорить о парфюме, то наши парфюмы брали огромное количество наград и по сей день продолжают брать. Я уже не буду перечислять, просто чтобы вы знали, если вам интересно, вы всегда можете найти эту информацию. Огромное количество наград есть у нашей компании по линейке парфюмерной. Кроме того, огромное количество звезд с нами сотрудничали. Это не только звезды, скажем так, СНГ, это и Моника Белуччи, это и, ой, как это, красавец этот футболист, Дэвид Бекхэм, да, то есть такие люди, Деми Мур, звезда Голливуда, то есть люди, которые, они просто так не будут сотрудничать, понятно, да, их лицо, их репутация говорит о том, что они будут только с лучшими домами работать, и вот у нас были такие личности, которые были лицом, Дима Билан, не настолько медиа, но парфюм потрясающий, мужской от Димы Билана. Так, помады. Мы продаем 50 помад в одну минуту. Это почти одна помада в секунду. На самом деле помады шикарные. Просто я обожаю наши помады. Сейчас у меня на губах помада The One матовая.
И, кстати, наши помады продаются в Ногинске, в заводе, который последним построился в Орифлейм. Вообще в Орифлейм всего 6 заводов, и вот один из последних в Ногинске в России. И именно в России делают наши помады, и именно только в Ногинске делают наши помады, и эти помады идут по всему миру. Это вот к разряду того, что иногда люди говорят, а вот вроде шведская косметика, а почему вот тут написано Стокгольм, а тут Россия, а тут там еще что-то, Китай, а тут еще что-то. Из Китая всегда идет у нас аксессуар, я думаю, уже это поняли, это не только для Орифлейм, я хочу сказать, вся Европа, все, что сейчас производит из техники, это делает Китай. Возвращаемся к помадам. Помады делаются в России и на заводе в Ногинске, и эти помады, они только в этом заводе делаются и продаются по всему миру. То есть, когда будут говорить почему, потому что 6 заводов у компании, и эти 6 заводов специализируются на определенных линейках. Вот, то есть, теперь будете знать, да? Потому что вот если вам задают такие вопросы, вы мне говорите, а то вы как-то молчите, ничего не отвечаете. Тушь 5 в 1, это вообще легендарная тушь. Мы продаем 37 тушей в минуту. И это действительно очень большой результат, и наши туши, они одобрены офтальмологами. Эти туши, от них никогда не бывает аллергии, они и по качеству по своему не осыпаются, не размазываются. Новейдж в Польше делают, да, спасибо, Марина. Ну, есть завод и в Польше. То есть туши наши любимые, и 5 в 1 это, ну, скажем так, квинтэссенция всего лучшего, да. Если девушка любит силиконовую кисть, она 100% будет любить тушь 5 в 1. Так, дальше поехали. Так. Подгружает, девочки. Так, теперь смотрите. Продукты Орифлейм также хороши и превосходят продукты ведущих конкурентов. И Орифлейм в этом смысле очень смелая и очень, скажем так, серьезная компания. Это и стратегический ход с одной стороны, с другой стороны. Мы настолько уверены в качестве наших продуктов и уверены в том, что они могут серьезнейшим образом конкурировать с премиальными розничными брендами, что 103 сравнительных теста проводилось с 2009 года. Это уже на сегодняшний день чуть больше 10 лет. То есть Орифлейм смело идет на тестирование с лучшими линейками, которые продаются в масс-маркете. И 43 продукта более эффективны. То есть почти каждый второй продукт Орифлейм, почти каждый второй, более эффективен, чем так, ну, скажем, чем люксовый какой-то розничный бренд. Понимаете? Хотя слышим, я Орифлейм не пользуюсь, я там не знаю, что там сейчас. Я настолько давно в Орифлейм, что я даже не очень хорошо шарю в этих люксовых брендах. Я не знаю, что сейчас там, Белор Дизайн, что это, я не знаю, подскажите мне, какие сейчас покупают. Ланком, да, я не покупаю Орифлейм, я покупаю себе Ланком. Круто! А вот, может быть, кстати, тушь, например, будет и намного эффективнее, чем Ланком, несмотря на цену, там 5,60, когда она бывает в каталогах, да, вот такой парадокс. И 38 соответствует по эффективности, то есть заявленная эффективность, тоже почти каждая вторая соответствует эффективности, о которой говорят в наших каталогах. Поэтому мы не боимся открыто конкурировать и заявлять о тестах с нашими, скажем так, с люксовыми брендами. И сейчас очень-очень важный момент. И, кстати говоря, буквально недавно я использовала, скажем так, этот важный момент, и он перевесил чашу весов в сторону покупки нашего Орифлейм. Значит, смотрите. По поводу клинического тестирования, я в двух словах уже сказала, вы понимаете, что это такое, что это очень серьезное, дорогостоящее, что это, ну, в общем, вещь очень-очень такая, ну, серьезная, да? Значит, смотрите, по отношению с остальными большинства нашими конкурентами, мы выигрываем практически по всем показателям. Значит, ну, в первую очередь по безопасности. Вот смотрите. Уровень ингредиентов. То есть понятно, что не только Орифлейм заботится о том, чтобы
скажем так, если мы говорим о кремах или о декоративной косметике, ну, то, что имеет непосредственный контакт с чувствительными частями тела, да, что они должны быть безопасны, это понятно. Но и ингредиенты для каких-то определенных товаров подбираются, конечно же, безопасные. Как Oriflame подбирает ингредиенты для своих продуктов безопасные, точно так же, как так, и большинство конкурентов это делают, поскольку ну, все заботятся о своем, конечно же, о своей репутации. Дальше. Есть такое понятие, как конечная формула. То есть один ингредиент супер, второй супер, вместе нормально, третий соединили, вроде бы ничего. Так вот, конечная формула смотрится в соединении один, второй, третий ингредиент. Oriflame смотрит обязательно, насколько качественно и хорошо друг с другом соединяются ингредиенты. А вот большинство конкурентов этого не делают. То есть они подобрали безопасные ингредиенты для своих продуктов, но соединить их и посмотреть, насколько они вместе гармонируют, насколько они вместе безопасны, это уже, ну, как бы, извините, и хватит, что они и так по отдельности безопасны, да? Oriflame только делает. Дальше. Есть такое понятие, как комплексный уход, и в нашем случае это Novage, либо мы даже можем говорить Optimals, да, это тоже уже комплексный уход, когда есть несколько составляющих, ну, этапы. Так вот, комплексному уходу есть у нас в Oriflame, да, я перечислила только что линейки, а большинство конкурентов этого не делают. Большинство, я не говорю, что все, но большинство конкурентов не подходит комплексно к уходу за кожей. То есть, по большому счету, я могу взять один крем такой, один третий, один пятый, один десятый, соединяю, ну, вроде я красивая, да. Но если мы говорим об эффективности, конечно же, понятно, что когда один, когда каждый последующий, как это сказать, каждая последующая баночка усиливает предыдущую, конечно, будем говорить тогда о больших результатах. И вот то, о чем я говорила в самом начале этого слайда, о том, что есть очень важная информация по поводу ингредиентов, которые входят в состав средств выпускаемых. В Европе запрещено более 1300 ингредиентов. Запрещены на сегодняшний день, запрещены более 1300 ингредиентов. В то время как в США, да, услышите, 20, менее 20. А у нас есть очень серьезные, скажем так, сетевые компании. Я не назову их конкурентами, ну, можно и конкурентами, да, потому что люди пользуются. Но составы безопасности у них, сами подумайте, какие. 1300 против 20. То есть вот об этом тоже нужно говорить. Это касается и витаминов, это касается и косметических продуктов, это касается абсолютно всего. Так, все, с этим слайдом достаточно, поехали дальше. 15 лет на территории Беларуси компания Oriflame исполняет мечты. Что это значит? Что, скажем так, одно дело, когда мы покупаем продукты, это супер, это классно, у нас очень много клиентов, много людей, которые пользуются. Но на сегодняшний день Oriflame это не только продукт, не столько продукт, сколько возможность изменить свою жизнь, сколько возможность поменять свою жизнь и изменить экономическую ситуацию в семье благодаря, или скажем, вместе с компанией Oriflame. И сегодня тысяча, наверное, уже сегодня, если говорить, более 1000 независимых предпринимателей работает в компании «Беларусь». Независимые – это потому, что, во-первых, на территории Беларуси Oriflame работает официально, легально. Поэтому, когда мы открываем ИП, сотрудничать с компанией Oriflame, мы официально трудоустроены, мы не тунеядцы, да, мы являемся частью экономической, как это, экономики страны. И более 1000 предпринимателей людей на сегодняшний день работают, сотрудничают вместе с компанией. И еще 1500 готовится ими стать. Это говорит о том, что еще более 1500 человек. Телефон отвлек. Более 1500 человек – это те люди, которые в своем уровне на лестнице успеха вот-вот подойдут к званию старший менеджер либо директор, то есть они на подходе. 225 500 долларов выплачено в виде премии за новые звания за последний год, за 2019 год. 225 тысяч долларов
Понимаете, это, ну, скажем так, каждый, кто сегодня слушает вебинар, может брать эти огромные премии. Вопрос лишь, ну, как это, готовности взять и выйти на новый уровень дохода. А то, что уже за год такие колоссальные цифры есть, то, что за год люди эти деньги берут, ну, вопрос уже к нам, да, хочешь ли ты менять свою жизнь? Если хочешь, если готов, если нужно тебе, иди бери, потому что огромное количество примеров уже на сегодняшний день есть. За 15 лет в Беларуси выплачено, да, что-то мне это слово как-то не дается с первого раза, 117 миллионов долларов. Это, наверное, потому что цифры такие, мне даже трудно сказать, трудно вериться. 117 миллионов долларов за 15 лет получили люди из Беларуси. То есть это люди, сколько там той Беларуси, да? А какие колоссальные деньги крутятся. И это люди обычные, это же, ну, бизнес сетевой, это же бизнес не какой-то серьезный, крупный, куда уже надо приходить с каким-то капиталом. Нет, это мамочки в декрете, обычные люди. И... В общем, цифры такие, знаете, как отрезвляющие, да, вот когда, одно дело, когда ты слышишь, что где-то там кто-то что-то как-то зарабатывает, другое дело, когда ты видишь эти цифры и понимаешь, что вот ты ходишь среди этих людей, да, может быть, ты на улице, а эти же Гомели, люди есть в Гомеле, есть в Гродно, есть в Минске, вот они ходят между нас, и мы где-то, может быть, с ними пересекаемся в каких-то кафе, да, и почему? Не я, да, может задать себе такой вопрос каждый. 2680 новых званий достигнуто за 15 лет в Беларуси. Это звание от директора и выше. 2680. В конце своей презентации я расскажу о статистике в нашей Беларуси за последний год. Она тоже интересная. 6 новых президентов в 2018 году. 6 новых президентов. Это 6 людей, которые построили 24 группы директорские, да, в первой линии. Я правильно говорю? Это домики от меня так далеко, что я подтормаживаю даже, да? И 6 людей уже есть, которые это сделали. Да, вот все верно говорят. Поэтому, опять же, к вопросу, почему не я? Почему не сегодня бы начать это делать и уже через, может, 10-15 лет быть одним из этих 6, да, новых? Так, значит, поехали дальше. Построить карьеру своей мечты. Я хочу сказать, что вот, так, маленькая ремарка по поводу того, что... На сегодняшний день об этом говорит и Дональд Трамп, об этом говорит Гандапас, об этом говорит Киосаки, об этом говорит Ричард Брэнсон, о том, что на сегодняшний день сетевой бизнес – это самый доступный, самый быстро развивающийся, самый на сегодняшний день благоприятный вариант развития, изменения своей жизненной ситуации. Если 20 лет назад это была успешная, хорошая работа, 10 лет назад это был свой бизнес, да, может быть, еще несколько, может быть, 5 лет назад все кинулись в франчайзинг, да, на сегодняшний день, вот сегодня, это сетевой, и он только начинает развиваться, и об этом тоже нужно говорить, и сегодня еще люди сомневаются, скептически к этому относятся, но пройдет еще 5-10 лет, и в сетевом люди, которые сегодня поняли, которые сегодня сообразили, что здесь надо быть уже через 10 лет, будут отдыхать. И будут они отдыхать где? На лучших курортах мира, которые компания дарит за успешный рост, за рост товарооборота, за рост команд. Вот за это все компания бесплатно вознаграждает своих лидеров на лучших конференциях. Лидеры Oriflame 7 раз обогнули земной шар золотым директорам. Да, золотым директором, да, Татьяна. В рамках конференции посетили более 60 стран. Более 60 стран. Ой, ну, 30 миллионов евро, общий бюджет,
мероприятий, на которые компания приглашает своих лидеров, которые компания дарит для своих лидеров. И, кстати говоря, на сегодняшний день у компании 4 награды, международные награды за лучшие в мире конференции, уже 4. Одна из них это была конференция на двух лайнеров, она была, по-моему, пару лет назад, в 17 или 18 году, я не помню, напомните, когда праздновался 50-летний юбилей компании, и была конференция на двух лайнерах. И тогда организаторы этих конференций пришли в компанию, которая занималась организацией этого мероприятия, и Oriflame сказала, нам нужно два лайнера, которые будут двигаться рядом, над которыми будут вертолеты, там будут что-то, какие-то фейерверки, будут флаги, вот нам нужно вот это, вот это, вот это. А компания, которая слушала пожелания, сказала, это невозможно. Невозможно то, что вы хотите сделать. И что вы думаете? Это было сделано. Это было сделано, потому что Oriflame сказала, это нам надо. Да, поэтому 4 награды за лучшие конференции в мире. И я думаю, что это только начало. Потому что будет и 60 лет компании, и 65, 70 и так далее. И это все можно смотреть своими глазами. Так, 15 лет красоты и успеха. У нас есть все для того, чтобы изменить нашу жизнь. Есть инновационная косметика, об этом я вам сегодня говорила. И такие имена, как Стик Стэн, такие имена, как Ален Мавон, такие продажи, товарообороты по парфюмерии, которые превышают Шанель, помады и так далее. Есть возможности дохода карьеры, мы об этом тоже говорим. И цифры, которые я сейчас озвучила, вы тоже услышали. Есть возможность путешествовать за счет компании с уровня золотой директор. Ну и у менеджера даже есть возможность отдохнуть и одним глазком, скажем так, да, взглянуть на то, как отдыхают вместе с компанией Oriflame. Выбирать можно то, что вам нравится. Но это еще не все. Компания идет в ногу со временем, и это тоже одно из важнейших на сегодняшний день составляющих. Кто-то, я не помню, сказал о том, что если у вас на сегодняшний день нет бизнеса в интернете, то у вас нет бизнеса. И это сегодня так. И понимая это, компания Oriflame идет в ногу со временем, и вы замечаете, что она полностью, если вот люди, которые больше 10 лет в Oriflame, они могут вспомнить, как когда-то заказы принимали по телефону, по вот этому там кнопочному или по крутелке, принимали вот такие вот списки, необъятные списки заказов. На сегодняшний день это все делается одним кликом. У каждого человека своя страница на сайте, каждый человек может самостоятельно сделать свой заказ. То есть бизнес перешел в онлайн-платформу. И это на сегодняшний день одно из тоже самых сильно развивающихся направлений, и, естественно, конечно же, компания идет ногу со временем. 96% заказов происходит онлайн. Более 1 миллиона пользователей в месяц пользуются пакетом приложения Oriflame. 50 заказов производится с мобильных устройств. Мне кажется, дальше будет еще больше заказов увеличится с телефона, потому что на самом деле ноутбуки уже переходят в разряд бизнеса, когда нужно что-то, ну, уже деньги зарабатывать, да? А обычные пользователи, обычные покупатели пользуются телефоном уже даже, чтобы сделать себе заказ, просмотреть что-то. А есть еще одна потрясающая такая вот, ну, не знаю, информация, она меня очень сильно удивила, но так вот есть на сегодняшний день. Очень такая серьезная площадка Amazon, они все знают. Это, ну, одна из сильнейших, из крупнейших площадок в Европе. И на этой площадке совершают покупки, пик продаж на этой интернет-площадке. Приходится, конечно же, на рождественские праздники. Ну, Европа, Рождество – это самый главный праздник в году, поэтому пик продаж на рождественские праздники. На самой крупной площадке в Европе интернет. Так вот, Oriflame переплюнул даже Amazon по количеству заказов в минуту в те дни, когда у нас закрытие каталога. Грубо говоря, Amazon раз в год в пик продаж на Рождество бьет рекорды своих кликов и заказов. А Oriflame каждые 3 недели бомбит, как только закрытие каталога. Вы сами можете видеть, как виснет сайт у нас, насколько он просто с ума сходит от количества заказов.
Поэтому даже в этом мы перешагнули такую крупнейшую платформу, такую крупнейшую площадку. В общем, дальше я сильно не буду останавливаться. У нас очень классное приложение. И это приложение по рейтингу даже превышает такие, как WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat. То есть действительно по удобству, по простоте, по легкости использования наши, даже вот здесь шведы проявили свое... свою заботу о тех людях, которые находятся рядом с ними. Делали максимально удобно, максимально просто бизнес-приложение. Но на самом деле такое, там все просто, все удобно. И у него даже рейтинг выше, чем у таких серьезных площадок. Дальше, Oriflame запомнится. Ну, вообще, если мы будем говорить об Oriflame, мы будем, конечно, Oriflame равно Швеция. И если мы будем говорить о Швеции, то это значит, конечно же, в первую очередь забота об окружающей среде. Это страна, чьи ценности, скажем так, ярко отличаются от огромного количества стран на сегодняшний день Европы, Америки, да. И Oriflame, как часть Швеции, как ребенок Швеции, да, везде можно так сказать, конечно же, запомнится и идет как страна, которая запомнится своим отношением к окружающей среде, к окружающей природе. И здесь мы тоже, это тоже мы должны говорить, об этом тоже должны люди знать, потому что Oriflame стоит на особом отношении к человеку, к каждому человеку. Вы тоже заметили, если взять даже простую акцию, начинается какая-либо акция, она всегда будет для разных категорий пользователей. Она будет для тех, кто уснул и забыл про Oriflame, обязательно вот вам найти что-нибудь и просыпайтесь, получите подарок за заказ. Для тех людей, которые постоянно делают заказы, вот возьмите либо льготный набор, либо какой-то подарок. Для тех, кто развивается, менеджеров, вот вам такие-то программы. То есть в компании все время заботится о людях. В любом случае, чего бы это ни коснулось, это будет продукт, либо какая-то акция. Кроме этого, возможности для консультантов. Это, конечно же, акции, это постоянные обновляющиеся премии, которые увеличиваются с ростом инфляции, с экономической ситуацией страны. Постоянно идет забота о предпринимателях, которые находятся в бизнесе. И, конечно же, все, неотъемлемая часть всего этого бизнес-процесса идет уважение к природе. Все, что производит компания Oriflame, способствует тому, чтобы после себя оставить не руины, а действительно процветающие, наследие. Да? Буду сейчас быстро бежать по слайдам. Все, что производит компания Oriflame, на 100% используется из возобновляемых источников. На 36% сокращен выброс парниковых газов. Вообще сейчас в Европе на этом плане очень серьезная какая-то паника по поводу глобального потепления. И поэтому Oriflame и Швеция как часть Европы, конечно же, на этом делают очень серьезный большой акцент. 100% натуральные отшелушивающие частицы, такие линейки, как Love Nature Discover, которые содержат в себя... отшелушивание, да, скрабики всевозможные различные, они содержат в себе натуральную либо кость абрикоса, либо там пудру, как это называется, миндальную пудру, либо пудру косточки, то есть что-то натуральное, что из природы пришло, в природу уйдет без какого-либо вреда. Ничего синтетического, ничего искусственного. С 2010 года мы на 21% сократили потребление воды на производство каждого продукта. Это тоже немаловажно, потому что водный ресурс, конечно, у нас тоже не вечен. По поводу бумаги. 96% бумаги для каталога и упаковки производится либо из сертифицированной, либо переработанной древесины. То есть та древесина, которая уже где-то как-то чем-то использовалась, Oriflame берет вот эти вот переработанное сырье в своих целях использует. Кроме этого, производство пальмового масла идет в строгом соответствии со стандартом. Кроме того, леса возобновляются. Если для производства какого-то
какой-то упаковке используется, вырубается, грубо говоря, одно дерево, то компания два высаживает, да, то есть не одно, а два идет с плюсом. 150 тонн пластика на основе нефтепродуктов заменены на переработанные. Это тоже важно. Сейчас в Европе с пластиком начинается серьезная борьба. Потихонечку, постепенно они возвращаются к стеклу, потому что понимают всю вообще глобальность этой проблемы. 99% отходов производства не вывозится на свалки. Это все перерабатывается. То есть для того, чтобы это не все не уходило в живую среду, в живую природу. И на 9% сокращено количество отходов от производства каждого продукта. Вы даже, кстати, можете посмотреть по поводу вот пакетов, которые есть в Oriflame. Они же биоразлагаемые, не только пакеты, а спреи, которые есть в компании, не разрушают озоновый слой. Целлофаны, пакеты для Oriflame, они разлагаются. И у меня такая ситуация была, пакетики складывала, наверное, год, может, чуть больше. В итоге, когда я стала их доставать, они у меня стали разлагаться, просто лежавшие, я вообще никак ничего с ними не делала, они были сложены, вот так вот я их достаю, они уже все, прошел год, и их срок годности вышел. Поэтому вот настолько шведы в этом плане молодцы и являются действительно примером для огромного количества компаний, да, практически, наверное, 90% компаний. В нашей парфюмерии 100% натуральный спирт. 100% натуральных материалов прошли процедуру экоэтического скрининга. И, кстати, даже кисти были заменены. Да, вот все обратили внимание, что сейчас вот таклоновые кисти, они у нас веганские. То есть, ну, это действительно, даже в таких мелочах, как кисть для нанесения какой-то косметики, и то была заменена из натурального на искусственное. Ну и теперь чуть-чуть совсем немножко по поводу того, что Oriflame на территории Беларуси косметический бренд номер один по объему продаж. И об этом тоже нужно говорить. То есть на сегодняшний день Oriflame компания номер один, которую покупают. Компанию, продукт, который больше всего покупают на нашей территории. Кстати, не только в Беларуси, в России это бренд номер один уже много-много лет. Так, и теперь немножко цифр для того, чтобы понимать, что у нас происходит сегодня с ростом, что у нас происходит сегодня в Беларуси. А у нас действительно рост потрясающий, колоссальный, очень серьезный, несмотря на то, что экономическая ситуация в нашей стране ухудшается. В связи с этим, несмотря ни на что, а может быть, именно поэтому, скажем так, растет Oriflame, растет количество предпринимателей и лидеров в нашей компании. За 2019 год 71 новый старший менеджер и 41 новый директор. 11 старших директоров, 12 золотых, 3 старших золотых, 3 сапфировых директора и 1 бриллиантовый. Это только за один год. 71 старший менеджер, я даже не могу посчитать, сколько это в месяц новых старших менеджеров. Ну, я с математикой вообще не очень. Если кто-то может посчитать, вот за год сколько, либо можете посчитать в каталог новых старших менеджеров у нас выходило за прошлый год. Ну, в общем, я не посчитаю, но это так, информация для того, чтобы задуматься. И один бриллиантовый директор, один человек, который в прошлом году закрыл 6 новых директоров. Классно. Я думаю, что есть над чем задуматься. И у нас рост 8% рекрутирования. Это цифра маленькая, но если смотреть глобально по росту, по количеству новых консультантов и новых лидеров, которых я перечислила, 8%, это очень серьезный доход, очень серьезный путь вперед, это очень хороший рост. Поэтому... Смотрите, я сейчас рассказала достаточно много, да, вот я почти час говорю, уже будет час. Все то, что вы сегодня услышали, это то, о чем можно говорить. Что бы вам ни сказали ваши клиенты, подруги, потенциальные партнеры, вы всегда можете начать разговаривать, используя любой из этих фактов гордости, о чем бы человек ни говорил, любой факт берете, начинаете раскладывать и объяснять человеку и показывать реальную сегодня картину. Не слухи, да, а факты. Поэтому
Если вы затягиваете принятие решения, значит, вы уже решили оставить все по-старому. Не хочется больше ничего говорить. Я думаю, в этой фразе все. Я сегодня была очень рада с вами пообщаться, была очень рада вам рассказать то, что я знаю, то, что я подготовилась. Я очень надеюсь, что вам это будет полезно. Поэтому желаю вам роста, новых званий, новых уровней и хороших доходов. Всем хорошего вечера!